Всем привет! Вы на канале Юдзуру Ханю Лайв. Ледовое шоу Юдзуру Ханю Нутестилата 2004 под шествием профессионального фигуриста Юдзуру Ханю, выигравшего подряд олимпийские титулы в Сочи в 2014 и Пхенчхане в 2018. 11 числа исполняется 13 лет со дня великого землетрясения в Восточной Японии. Темой этого ледового шоу стало посыл надежды из пострадавших от стихийного бедствия районов. Оно проводилось второй год подряд. На открытии он сказал: «Завтра исполнится 13 лет с 11 марта. Мы все усердно работали над созданием спектакля, который дадут вам надежду, желание, смелость и послание необходимости жить и усердно работать ради завтрашнего дня». Программа Кармина Бурана была исполнена совместно с актрисой Мао Даити, которая приняла участие в качестве специального гостя. Кроме того, в финале они исполнили новую песню Дэнни Бой, написанную под красивый фортепианный тон и исполненную темой «Надежда». Дэвид Уилсон поставил Юдзуру сложнейшую программу. При такой спокойной музыке столько вращений интересных позиций, разные переходы из элемента в элемент. Нет практически свободных мест, постоянное движение. Ханя не останавливается ни на минуту, но и смотрится это все очень красиво и захватывающе. Такую программу выкатать сможет только он. Ханю в очередной раз показал феноменальное владение коньком, потрясающую хореографию и скольжение, безусловное превосходство его в мировом фигурном катании и выражение музыки и смысла, которое она несет. В конце Ханю взял микрофон и сказал: «Спасибо всем! Спустя 13 лет мы надеемся донести нашу собственную версию надежды до всех здесь. Мы надеемся дать свет завтрашнему дню. Пожалуйста! Пожалуйста, продолжайте смотреть вперед и делать все возможное. Это наше желание. Отныне я надеюсь, что каждый из вас продолжит сиять, как свет звезд, как звездное небо. Большое вам спасибо за сегодняшний день». В шоу приняли участие Хавьер Фернандес, Шейлин Бурн, Джейсон Браун, Томоко Мияхара, Акико Судзуки, Танака Мура, Рика Хонга и Виолетта Афанасиба.